Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу 4 самых выгодных способа фарма новогодних печенек. Также, как вы знаете, сегодня у нас вышел ивент на X3 печеньки. То есть, если вы вчера фармили печеньки, вы получали в 3 раза меньше, сейчас уже можно их получать в 3 раза больше. И, в принципе, это очень-очень круто. Потому что в 3 раза больше, естественно, шанс получается выбить какого-нибудь хорошего питомца с яйца становится намного больше, потому что вы сможете, получается, в 3 раза больше яиц открыть. Так, значит, смотрите, первый способ фарма — это с этого сундука. Направляем сюда питомцев, получаем печеньки за то, что мы ломаем этот сундук, и также в определенный момент может выпасть мешок, либо же коробка. Выгоднее всего получать печеньки с коробки. То есть коробка выпадает зелено-красного цвета, если не ошибаюсь. И с нее примерно дается мне около 5 миллионов. Может быть, вам поменьше. Хотя, может быть, даже и так же выпадет. Естественно, мешки и коробки выпадают не быстро. Там у них тоже есть определенный шанс. Но получается, вы так стоите, ломаете, вам начисляют вот эти печеньки. И также с определенным шансом выпадет мешок, либо же коробка. Естественно, одному фармить этот сундук довольно сложно. Естественно, для этого нужно позвать хотя бы 2 или 3 друга, чтобы они вам помогли сломать этот сундук. И чем вы быстрее его сломаете, тем вы намного быстрее получите печеньки. И, в принципе, в довольно большом количестве. Так, это был первый способ. Давайте покажу второй способ. ТП-хаемся, значит, в течь мир на вот эту вот локацию, Steampunk Chest. Пэхаемся. И тут все то же самое. Получается, ждете, пока заспавнится вот этот сундук. Направляете питомцев. Получаете с этого сундука печеньки за то, что вы его ломаете. И также с определенным шансом выпадает коробка, либо же мешок с печеньками. И как видите, здесь уже дается в 2,5 раза больше. Так, следующий способ — это у нас тоже сундук. Это самый последний. Самый мощный по жизни сундук. Вы также, получается, его фармите. С него вам выпадают печеньки за то, что вы наносите им урон. И также с определенным шансом вам может выпасть мешок, либо же коробка с этими печеньками. Также давайте посмотрим, сколько мне сейчас начислят. Так, ну пока что разница в 2 раза. С прошлого сундука. Ну, в принципе, довольно неплохо. Так, ну и давайте последний способ покажу. Мне кажется, он самый крутой, самый лучший. Значит, заходим в настройки. И вот здесь ищем вот эту вот настройку. И включаем сингл. То есть мы будем направлять по одному питомцу. Так, давайте я всех питомцев сниму. Так, ясно, забагалось. Так, тогда вручную давайте снимем по-быстренькому. И значит, что вам нужно будет сделать? Вы включаете вот этот режим, который я вам показал, и направляете своих питомцев по одной штучке на каждую монетку, сундук, там коробку и так далее. И вам тоже, в принципе, с определенным шансом будут выпадать мешки, либо же коробки. С них вы довольно много получите печенек, и этот заработок, мне кажется, самый лучший, потому что вы, во-первых, когда ломаете сундук, там монетку и так далее, вы довольно неплохо получаете этих печенек. И также еще с определенным шансом вам выпадают мешки, либо же коробки. Здесь вроде бы как с коробки мне выпадало около 7 или 10 миллионов. В принципе, довольно неплохо. Падают они довольно часто, мне кажется, даже чаще, чем с сундука. Вот, самое главное — быстренько направлять всех питомцев на вот эти вот монетки. И ждать, пока вам выпадет этот мешок. Давайте, в принципе, я думаю, можем дождаться его и посмотреть, сколько мне выпадет с него печенек. Вот. Ну, в принципе, вот таким способом я смог себе нафармить 2 миллиарда вот этих печенек. И нафармил я их всего лишь за 1 час. Так что все-таки советую использовать вот этот способ, который я сейчас показываю. И, как видите, за час я смог 2 миллиарда печенек собрать.
Так, нам выпал мешочек, но вроде бы как он печеньки не дает. Да, печеньки он не дает. Давайте тогда выбьем тот, который нам будет давать печеньки. Самое главное, быстренько направлять всех питомцев на монетки, чтобы намного быстрее получить мешок, либо же коробку. Ну, пока что что-то не хочет падать. Сейчас давайте подождем. Я думаю, сейчас должно уже скоро упасть. Но, как видите, пока что не хочет падать. Вот, упал мешок, но, по-моему, он тоже печеньки не дает. А, хотя дал, 2000. Но это очень мало. Короче, самое выгодное, это получается новогодняя коробка. А, значит, цвет у нее зелено-красный. Вот, за место той, которая дает вам бусты. И с нее вам выпадает больше 5 миллионов вот этих печенек. В принципе, довольно много. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.